три. Ну как? Классно? Ну это клево. Это клево. Это клево, это детское. Это, ну, знаешь, когда стоит детская кроватка с комодом, уже правда есть ощущение того, что есть детская комната. Тем более, что когда стоит мифун, это значит, что у тебя комната вот такая. Да. Поверь моему выбору. Ну что, давай посмотрим, из чего она состоит. Да, расскажи, потому что я не знаю. Говорят, что какие-то детские мебели особые требования. Поверь, что мы для тебя нашли самое лучшее. Не падай и не уезжай. Как ты видишь, она ездит, поскольку кроватка на колесиках, она может кататься. И если ты не хочешь, чтобы она каталась, на колесиках есть специальные стопоры, и можно их нажать, и кроватка кататься не будет. Есть много мнений по поводу того, какой правильно покупать кроватку с колесиками либо с укачивающим механизмом. И ведущие педиатры настаивают на том, что кроватка не должна качаться. Что если ты хочешь укачать ребенка, положи его в специальное укачивающее устройство. Но когда ребенок засыпает, у него не должно быть вот это вот постоянное ощущение того, что он засыпает только тогда, когда его укачивают. Вот, потому что со временем он может перейти в плохую привычку, и тогда помощь нам автомобильное кресло, которое останавливается в автомобиль. И всю ночь мама с папой ездят по улицам города Москвы, пока их ребенок просыпается. Ну, они могут рассовать. Да, интересно. Вот, поэтому кроватку мы выбираем либо с колесиками, либо вообще без всего, потому что кроватка нам нужна только для того, чтобы в ней ребенок спал. В принципе, на кроватках еще можно иногда заметить вот такие штрасс-сваровски, как у нас здесь на комодике. Вот. Но на самом деле мы так уж на свой вкус выбирали. Хотите сказать, нет, что ну, они так, они украшают, конечно, детскую, но в большом количестве, мне кажется, это слишком. Нет, знаешь, нет, когда нет, это нет, было бы везде, да, и на кровати, и на это. А так это очень милый элемент. И дорого. И потому что немножко. Да. Вот. Только натуральные у нас материалы. А если я лизну эту кроватку? Это будет еще 10 тысяч подписчиков. Тогда я лизну. Та краска, которой покрыта кровать, она и та на водной основе. То есть, ну, химии вот воткнут совершенно по минимуму. Потому что мы хотим дать своему ребенку только самое лучшее. Тебе нравится наш выбор? Конечно, я тоже знаю. Мифун, спасибо. Вот. И что я тебе еще расскажу? Вот это вот комод, на котором можно использовать как пеленалку. Я просто уже подготовилась и купила. Внесу в кадр немного еще своей лифты. Ну, в принципе, ты нормально? Да, ты все сделала правильно. Ты купила пеленальный коврик. Опять же, без гендерных каких-либо различий. Как вам это нравится? Ты правильно встала, да? Потому что вот так, да, некоторые пытаются вот так поставить. Ну, так же удобно. На самом деле удобнее вот так, да, потому что ребенок должен спокойно, да, то есть ты должна подходить, да, максимально близко к ребенку. Да, но здесь тогда я нигде не могу взять. Надо ставить отдельные, можно сюда повесить полочку, вот, чтобы у тебя все было над рукой. Да? Ты не веришь. Хорошо. В себя не веришь. Еще есть шанс вот сюда поставить. Смотри, как здесь классно. Здесь могут лежать палочки для чистки носа и ушей. Здесь может стоять маслица для ребенка. Здесь могут он лежать подгузники. Считаю, очень классная полочка. Во втором ящичке может лежать одежда. Или инструкция по сбору ящичка. Сегодня про шестерек. Мы помним, что мы много... Одежда? Да, много одежды мы не покупаем, потому что ребенок за первый месяц вырастает сразу на 3 сантиметра. Итак, до 3 месяцев он растет каждый месяц по 3 сантиметра. То есть, представляешь, если ему сразу купить каких-то невероятных нарядов, вот я не знаю, хотя мальчик или девочка, все время говорю «он». Посмотрим. Ну что, спасибо тебе большое за эту небольшую, но очень внятную лекцию. По крайней мере, понятно было мне все.
я старалась, и мы еще с тобой продолжим. Ну, я думаю, что уже когда-нибудь в магазин сходим, потому что очень много мелочевки, которая нужна ребенку. Мелочевки и очень мне важно развивающие всякие программы. Да, и конечно. У меня уже кое-что есть, но об этом мы поговорим, я думаю, в следующий раз. Поэтому, ребята, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, отзывы и смотрите, и подписывайтесь на Инстаграм Тани и на мой тоже. Пока! Пока! Ой, где моя шуба? В чем я? Опять перепутала. О, она, шуба. Ой, ты как-то поменялась. Подожди, сейчас у меня волшебство еще. Подожди. Раз, два, три. О, все, ну теперь все нормально. Бандану верни. Да, я потом.